Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Resident Evil HD Remastered. HD Remastered. Почему HD? Кто не знает, напишите в комментариях, короче, вызовите в комментариях пояснительную бригаду, и вам все объяснят. Все объяснят, окей. Мы закончили на том, что мы забыли, где находится, короче, четвертая маска. Вот, я долго за этим, за кадром бегал по особняку. Долго, очень долго и заманался это делать. Вот. И знаете что? Маска у нас находится, знаете где? В сундуке. В сундуке у нас маска находится. Как бы это странно не прозвучало. А именно, она находится вот здесь, в коробочке драгоценностей. Мы по всему видимому очень криво, очень как-то боком нажали на нее, когда изучали. Здесь переключатель, видишь, вот здесь, вот он, прямо, вот он, переключатель этот. Вот. Как его не заметить? Вот как его не заметить, этот переключатель? Здесь переключатель, нажать его, да, ничего не произошло, в смысле. Надпись гласит, рассвет пробудет там, что-то там. Я не понял. Здесь переключатель, нажми на него. Вот. Не на тот я переключатель нажимал. Вот она маска. Внутри маска. Прыщавая. Прыщавая скотина, которую я задолбался искать бегать. Так, эта маска у нас без глаз, без носа и рта. Окей. Теперь. Что теперь? Теперь нам остается ее... вставить. Вставить и... сразиться с... Так, наверное, я возьму вот это... и сразиться с этим там. С чувырлом, который вылезет. Так. А, тут мы наверху убили, короче, да. Он лежит, он, в принципе, не должен пока встать, ожить, потому что он только свеженький, мы только его убили. Поэтому пробегаем спокойно. Здесь мы тоже пробегаем спокойно. Здесь сейчас будет тоже зомбарь. Который вот настолько мне, короче, глаза, вот он мозолит. Он мне так глаза мозолит, что вообще. Но патроны я тратить на него не собираюсь. Я буду терпеть. До того момента, как появятся хантеры. И они, я надеюсь, исчезнут. По идее, они должны это сделать. Так, а, да, сюда. Нам на кладбище. Получать по мордищу. Здесь тоже куда-то делся, короче, непонятно. Лысый страшный мужик. Помните, да, здесь лысый такой страшный мужик ходил. Он куда-то делся. Мы его не убивали. Это я помню. А чё я? Мне надо, короче, ружье сразу взять. Пистолетом-то тут... пистолетом тут не проканает. Так, какая? Вот эта вот, по-моему, да? Без рта. Да. Все ставлю и, короче, сейчас жопа будет. Я надеюсь, без проблем сейчас получится его загасить. А, я думал, он сейчас в заставке прям сразу вылезет. Он, оказывается, нет. Смотри, лежит. Прям как Дракула. Ну это жесть. Тихо! Тихо! Да нет! Аптечка. Жить. Фу. Падла какой. Я думал, я буду с ружья стрелять, он будет атака назад так относиться, короче. А... нет. А какая нахрен маска подошла идеально.
Так, ладно, мы с вами потратили сколько, 4 патрона, да, получается? 4 патрона. Здесь сейчас по-любому должна быть обойма, да? Целая обойма. А здесь выключатель, нажать его, да. Тут что-то есть. Каменный металлический объект. Короче, вот этот объект нужно ставить туда, куда я ставил, короче, эмблему с ветром. Помните, да? В прошлой серии. У нас эмблемка Амбреллы. Эмблема высечена на восьмиугольном объекте. Каменный металлический объект. А, ну понятно. Так, а сзади ничего нет? Здесь ничего необычного. Нет. Все, да? В гробу больше нет ничего. Хорошо. Понятно, да, какие они жопошные эти твари, короче. Это вот такой же, который там в этом в особняке превращаются. По идее-то. По идее-то. Окей, так. Нет, не сюда, мне надо обратно в особняк. В принципе, можно сейчас уже пистолет взять. Собаки воют. Воют проклятые собаки. Все, и теперь мы с вами отправляемся, короче, собственно, по идее, должны отправиться... Так, погоди. Ага, ага. Там у нас, смотри, там у нас... Ручка-то сломалась. Нам теперь придется здесь через собак проходить. Ну, попробуем пробежать, короче. Я просто... Вот мне не хочу с ними сражаться тоже. Торопиться. Ну, собственно, в этом... В домик охраны мы с вами отправляемся. Так, я, в принципе... А здесь больше ничего не появилось нового. Нет, здесь, по-моему, ничего не появляется. А, да ладно, собаки не выпрыгнули? Вот это да. Что-то как-то вот немного все от, ну, отличается все равно от оригинала. Здесь по-любому... Здесь должны быть собаки. Они должны были, короче, это... Бляха, зато вот здесь зомбари. Так, бегом нахер от них. Не хочу я с ними сражаться, короче, связываться. Нафиг. Тут у нас, по-моему, чел лежит. Я не знаю, привозился он или нет. Я надеюсь, что нет. Падла. Я ему руки отшиб! Вот это что-то новенькое. Обычно головы взрываются, а тут я ему руку отшиб. Это интересно. Да, тихо, нет, бляха. А там еще дверь что-то хрустнула, короче, открылась. Там, походу, это зомби зашел. Прикинь. Я его еще не убил. Хрен. Хрен с ним. Неожиданные какие-то штуки всякие творятся. Это просто капец. Какого? Я вообще не помню ничего. Отлично, аптечка, отличный патрон. Так. Так, 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 так. В смысле, а что мне не подойти? Нет. Так, аптечку, ладно, хорошо. Так. Это тоже хорошо, батареечка. Теперь у нас есть один электрошок. Так, погоди. А, здесь ничего нет. Садовые инструменты, они бесполезны. В оригинале, я помню, здесь надо было вот в этой штуке, короче, двигать там стремятку, чтобы что-то взять, короче. Не помню, что, но что-то взять, по-моему, были патроны или аптечку тоже. Так. Так сказал бедняк. Что же здесь...
Здесь нет, здесь, по-моему, что-то надо будет ручку, по-моему, мне надо будет тут, в первую очередь мне надо сюда идти. А! Мы, когда в оригинале здесь стремянку двигали, мы ручку, короче, это брали, которая нам здесь нужна. А здесь, короче, смотри, сделано так. Здесь сделано лачуга отдельная. Ну, как бы нововведение. Похоже на какой-то указатель. Каждое направление сопровождается подписью. Север — долина разрушений, юг — пещера ненависти. Восток — верх безумия, запад — путь мести. Ничего не понятно, но очень интересно. Кстати, я в прошлой серии, извиняюсь, фанаты может бомбануть, как бы фанаты Резидента. Я назвал, короче, чувака, которого мы, ну, сыворотку ввели, который нас спас, короче, от змеи. Я называл Брэдом. Брэд — это вообще этот, как он, пилот. Пилот вертолета, по-моему, насколько я помню. Мы будем связываться с ним по рации в дальнейшем. А это был, по-моему, Ричард. Ричард его звали. Так, здесь выключатель. Нажать. Так, ладно, пускай крутится пока. Кто-нибудь ответьте, прием. Берри? Чудовище! В цепях! Оружие бесполезно. Держитесь подальше. В лесу, снаружи особняка. Держитесь подальше. Вот, собственно, он про нового, короче, монстра это говорит, там будет такая хрень ходить, короче, с мешком на башке. Так, это пускай пока крутится. Я точно не помню, что надо с ним делать. Тут еще одна, да, я помню, что здесь такие вот штуки, надо будет в определенном, короче, направлении их поставить, но я не помню, в каком. Возможно, здесь у меня какая-то подсказка будет. Статуя с голубыми глазами, надпись гласит: «Последние вздохи разрушения». А, ну все, я, по-моему, понял. Я, по-моему, вспомнил. Статуя с красными глазами, надпись гласит: «Боевой клич мести». Так, красный — это месть, синие — это разрушение, да? Да, разрушение. Ворота откроются тогда, когда желания сторожевых псов будут исполнены. Понятно, да? Так, короче, красная — это месть, синяя — это разрушение. Сейчас обратно к табличке идем, короче, смотрим, где у нас разрушение, где у нас месть. Так, что там? Север, долина разрушений — это так, N, да? Ненависти. Запад. Короче, север и запад. Путь мести. Синий — это север. Запад — это красный. Синий — N, красный — W. Так, красный — W. Надо сейчас попасть, короче. Так, где там W? Красный — W, синий — N. Синий — N. Отлично. Первый раз попал. Проще парить на реп. Галоночки такие не сильно, ну, не сложные, в принципе. Но все равно интересно. Все равно интересно. Так, здесь вороны. Аккуратно. Здесь надо не забыть, короче, что-то вставить. Вон там. Вот здесь. Что-то надо будет вставить. Насколько я помню.
В углу глубины что-то написано. Когда ветер подует на земле, тогда звезды засияют на небесах. Эмблему с ветром надо сюда вставить, не забыть. На выступе что-то вырезано. Две вертикальные линии, крест и три горизонтальных линии. Может, это какой-то символ? Так, ну пока... У меня с собой нет этого. Это эмблемы, короче. Будем обратно возвращаться и возьмем. Главное не забыть. Главное не забыть. Вот это херобора. Херобора с мешком. Высоты. Огромная статуя стоит в темноте. Окей, отлично. Прикольно. Так, и здесь сейчас никого нету, а когда будем обратно возвращаться, здесь, по-моему, зомбари будут стоять. Надо будет как-то аккуратно. Вот она. Лачуга. По-моему, она здесь так и называется в игре. Лачуга. А, нет, есть брызги. Я думал, не будет брызгов. Брызгов от воды. Так, что здесь больше нет? Ничего? Нет? И ладно, идем в лачугу. Чаечка. Чайку. Похоже, огонь недавно развели. А это еще, короче, хрень, она еще, видишь, как такая умная, ну, как бы, сообразительная, видишь, она даже костер может, да, развести там. Тут висят различные бинты. Могут ли это коричневые пятна быть кровью? Конечно, могут. И все может. Это карта локации двор. Взять, да. Да выйди ты. Так, двор. Похоже, давно никто не пользовался. Что, он не спит, что ли? Семейная фотография. Тут журнал оставлен кем-то. 19. Папочку забрали первым, мамочку забрали второй. Внутри красно-искристо, белое... И твердая. Не настоящая мама. Где? Не знаю, где папа. Нашла маму опять. Когда забрали маму? Она не двигается больше. Она кричит. Почему? Просто хочу быть с ней. Мама, где? Я скучаю по те. Ну, короче, типа... Ну... Вроде как умная и вроде как это отсталая, да? Ну, пишет плохо. Существо. Так, погоди. Отсюда у вас хороший вид на вход в этот домик. У вас. В смысле, у вас. Это не мой домик, спасибо. Такой домик не нужен. Так. Первым делом я, короче, делаю, знаешь что? Я делаю. Пляха, мне бы, наверное, сохраниться надо будет, да? Ладно, пока... Ладно, рискну без сохранения. Рискну без сохранения. Но... Что я сделаю? Возьму вот эту хрень.
Я, в принципе, помню тут тактику убегания. Рычаг. Наконечник в форме квадрата. Рычаг квадрат. Рычаг квадрат. Ручка круг. Дверь треугольник. Вот она, пришло. Шибануло неплохо. Этот человек. А, стой! Зря я на нее, короче, дернулся. Это человек кожаное лицо, короче, с техасской резни бензопилой. Надо вот сюда. Раз. Когда она, короче, спрыгнет, обратно залазить. Ну, падла, сюда иди. Давай. Ой, хорошо. Пил. Да, бляха, вот как-то прохождение кривовато. За Криса, по-моему, было более-менее, ну, по-профессиональней, что ли, не знаю, как это назвать, но было получше. Так, она, по-моему, за мной сейчас не побежит. Здесь будут зомби, надо аккуратно, вроде как. Ну, по идее, как бы, если цапнут, у меня хп... Бля, хочу, обратно пришел? Обдурили. Обдурили. Так, а вот здесь надо аккуратно, чтобы раньше времени. Да в смысле? Говна кусок. Но стрелять нельзя ни в коем случае. Так, забираю все. Гребень вставлен. Фу, места хватит как раз. Три. Так, погоди, теперь надо понять, изучить. Так, луна, гребень луны, две палочки вертикальные. Звезда, плюсик. Солнце, горизонтальные палочки. Так, две вертикальные крест, ага. Какой символ-то? Так, ладно, а... В смысле? А, кнопка еще тут. А, все, понял. Надо их повыдвигать еще все. Тихо! Прилетела, бляха.
Раз. Два. Три. Вот. Вот для чего это надо. Магнум. Вот. Магнум. Сильвер. Серпент. А, заряжен патронами для магнума. Вот эта тема. Вот эта тема. Теперь надо валить. А, он только один взлетел, да, получается? Но если бы я выстрелил, я думаю, они бы все, короче, взлетели. Так, а теперь мне срочно надо где-то сохраниться. Потому что дальше будет немножко жопошно с собаками. Могут меня убить. А если меня убьют, будет очень печально. Все-таки надо было в лачуге сохраниться. Ладно, что делать? Ружья буду херачить по собакам. Это Брэд. Если вы меня слышите, подайте мне знак. Что-нибудь. Джилл Брэд. Джилл Брэд, ты меня слышишь? Черт. Она сломана. Так, а теперь от собаки. Раз. Тихо! 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 Быстро, быстро. Так. Попробую пистолет. Это на всякий случай перезаряжу. Очень много патронов тратится. Все сдохли. Че, все сдохли? Аллилуйя. Сразу троих захера. А ну-ка, он ту, вот, вот, вон ту, вон той, короче, кровь, я не вижу. Ну-ка. Я не вижу твоей крови. Живая или мертвая? Все, сдохло. Сдохло. Хорошо. Так. Синяя. И зеленая. Можно их? Не помню, можно ли их. Синяя, как мы помним, это у нас нейтрализует, короче, токсины. Да, можно. Отлично. Что это за тележка такая? А. Ну, лифта еще нет, да? Это заросшее, да? Заросшее все. Похоже, это фонтан, но у меня нет воды. Хорошо. Так я не помню дальше там кто есть. Собаки. Я просто помню, что вот в этом месте вот эти три собаки, они меня убивали. Почему-то я не помню. Они меня почему-то убивали. А, здесь змеи будут падать. В пещере, по-моему, будут собаки. Сколько я помню. Там, я не знаю, там попробовать пробежать. Да я не знаю, не хочу я тратиться. А если убьют, будет печально. Ладно, попробую пробежать, но если будет слишком опасно, буду стрелять. Так, вы слышите звук водопада вдалеке. Хорошо. Я забрал. Помните, да, потом комбинацию надо будет делать. Обратно воду набирать, там потом в обход как-то бежать, короче.
И почему-то вот, в отличие от оригинала, мне здесь постоянно всегда кусала это... змея. Ну, змеи кусали. Вот как-то они до меня дотягивались. В оригинале они меня не кусали, а вот здесь почему-то кусали. Ехать здесь вороны. Собаки. Или здесь тупо пока ворона, а собаки будут потом. Или аккуратненько. Бушующий водопад. Похоже, на нем что-то есть. Но это потом. Напомним, да? Воду надо будет там перекрыть. Так, это куда ведет? Это там к этому, к охране, по-моему, ведет. Леха, вот ублюдки, а вот собаки, вот вороны. Все, нахер. Короче, там дальше, там этот, надо аккумулятор вставить. Не буду я рисковать, не буду я там. Так, хорошо. Красная трава. Неплохо. Так, а здесь ничего не будет эти падать-то? Да, вот они, змеи. Ай-яй-яй. Вот они меня кусали как-то. Ни хрена себе. В этот раз не кусили. Интересно, девки пляшут. В этот раз не кусили. Ну, у нас не один раз здесь надо будет бежать. Так, друзья, добро пожаловать, короче, в пункт охраны. Вот это все надо будет забрать. Переложить себе в ящик. Сейвру, по-моему, вот здесь. Сейчас это и сделаем, короче. Сейчас переложу все под ящик. Ух ты, канистра еще есть, хорошо. Так, это я... здесь. Это я сюда. Это вот так. Ручка здесь. Так, 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 ружье, наверное, я тоже убираю пока. Вот. Так, что я возьму. Пока сохраниться не буду. Батарейка хорошо. Это я забрал. Так, теперь. Здесь патронов нет, да? На полках лежат ведра и веревка. Веревка, похоже, свежесрезанная. Кому-то понадобилась веревка. Так. Хватит мне места-то? Да, хватит. Да, да, и сюда. Я, по-моему, там зеленые травы есть. Можно, короче, сейчас будет скомбинировать это все. Войди ты в дверь-то. Сейчас как раз... А, можно, короче, смотри, я придумал. Можно сделать, по-моему, сразу тройничок. Тройничок сейчас сделаю. Смотри, красное. Смотри, зеленое. Комбинируем так. Комбинируем вот так. Видал, как круто получилось, да? Самая мощная трава получилась. Хорошо. Это самая мощная смесь. Так, по-моему, у меня еще есть. Да, как раз две. Так. Так. Комбинирую. Красную, если найдем, можно будет добавить. Красную, если найдем, можно будет добавить. Так. А с собой, чего бы мне с собой-то взять, смотри. А, вот такую смесь трав я с собой возьму. Окей. Керосина пока тратить не буду. Окей, сохраняемся. Ну и видос у меня подошел к концу, друзья. Вот. Домик охраны, сторожку охраны будем исследовать уже в следующей серии. Вот.
Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.